Здравствуйте, я Олег Востриков, технолог компании FineFloor. И сейчас я покажу вам, как при укладке кварц-винила создать разбежку в 1/2 с учетом монтажа плитки под порог двери. Позиционирую первую плитку так, как она будет лежать в дальнейшем. С помощью рулетки и карандаша отмечаю ее середину. Плитку второго ряда разворачиваю на 180 градусов от направления укладки и размечаю линию разреза этой плитки от середины первой плитки с учетом припуска на заход под порог. Затем раскраиваю плитку с помощью металлического угольника и строительного ножа. Разворачиваю плитку, смыкаю замок и сдвигаю плитку под порог до совпадения с отметкой середины первой плитки. Таким образом получаем разбежку в 1/2.